got my number when I was out with my boy. Лёва, помаши ручкой. Привет. Это не Лёва. Идем покупать билеты на автобус. Полет у нас прошел очень хорошо, очень быстро. Первый раз мне показалось, что мы так быстро долетели. Левчик спал. Ну, в общем, клево. Мы купили сейчас билеты на автобус и идем покупать пирожочки рисовые нигири, которые называются. Вот они. Пам-пам. Мне с тунцом. Это уже у нас такая традиция сложилась. Мы всегда-всегда покупаем эти пирожочки, едем в автобусе, кушаем их. И еще зеленый чай. Зеленый чай. Вот этот. Любимый. Нет, Лев, мы потом купим в другом месте игрушку. Нет. Что ты хочешь? А это что? Что там? Кричит кто-то, да. А это что? Ну, это тотем. А это чудовище. Чудовище, да. Автобус уехал, пока мы покупали пирожки свои любимые. Будем ждать следующий. Приехали, заселились, сейчас идем в кафе, будем искать, где покушать. Честно говоря, не знаю вообще, чем мы здесь будем кормить Левчика, потому что рис он у нас не любит, другие каши здесь не существует просто. Ну, не знаю, посмотрим. Как раз я вам буду сообщать, как это у нас будет получаться. Ну вот. Левчику взяли коляску, он уже, наверное, на ней не катался года два. Местную какую-то улочку, где много всяких едалин. Сейчас, наверное, чего-нибудь найдем интересного еще. Тут вон, видите, как прикольно. На самом деле, Семен говорит, что нужно идти в нашу любимую сушильную. Здесь есть самое любимое наше заведение. Мы каждый раз с него вечером ходим, когда приезжаем в Японию. Ну вот, или мы здесь где-то останемся. Магазин. У меня здесь традиция тестировать каждый вечер какие-то напитки, потому что японцы, они просто боги разного вот этого вот всякого питья странного. Вот. Там Левчик уже спать очень сильно хочет. Клевый день, мы пообедали, покушали, поужинали. Поужинали, потом пошли в камеру, купили всякие гаджеты, мне нужен был штатив как раз, чтобы снимать видео, было удобно. Японец оторопел просто, он не понимает, почему я сама с собой разговариваю. Вино. Завтра, кстати, будем тестировать сливовое вино. Ну все, пока-пока. Мы думали, сейчас придем на район, тут будет праздник, а тут прям совсем ничего нет. Видимо, праздник прошел без нас. Прям как будто ничего и не было. Хотя, когда шли, тут просто какой-то городок выстроили. 3 часа всего прошло.